Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрай 1987, и сегодня у нас... с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик. И сегодня у нас вечер ретро-дрочества, как и бывает это иногда. Мы проходим The Young Indiana Jones Chronicles. Короче, хроники юного Индиана Джонса. А с нами сегодня еще участвует... Да, мы же обещали немножко вечер ретро-дрочества, вот мы, я его сегодня выполняю. А мы еще оставить его? Да. Подписаться на канал, взять лучший комментарий, поставить новый видео. Короче, на сигнал тут плохо слышно, музыка очень громко орет, потому что... Да. Ладно, поехали. Здравствуйте, я Индиана Джонс, у меня есть... Что рассказать вам? Тогда я еще был молодым студентом, взяв отпуск, я отправился покорять Мексику. И попал в самое пекло гражданской войны. Генерал Панчо Вилла, преступник и бунтовщик, при поддержке вооруженных Виллистас развязал войну против Янки и федералов. Они обещали равноправие и справедливости всем мексиканцам. Ты присоединишься к моей революции! Ты же негодяй, мы никогда не сделаем этого! Ты лжец! Ты хочешь просто взять власть в свои руки! Тебе называют на людей! Так оставайся здесь, пока не сгниешь! Ха-ха-ха-ха! Ну, первый уровень Мексика. 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 Да, ребят, я играю с бесконечными жизнями, сразу скажу. Потому что я хочу Да, играем мы на эмуляторе. Кстати, хотел еще прикол, ребят, показать. Я же могу сделать в стиле Дэнди это все. Как это выглядело бы на Дэнди? И как нет, музыка нет. Сразу же чувствуется, да? Вот что значит. Нормально. Ну как на NES, да? Как на Супер Фу, на Nintendo было. Да, потому что очень мелко, просто видно. Ну, и музыка даже чувствуется, да, отличие. И тормознутость. Вот так-то было, да, может это было 50, это было паловское, это было 50 FPS максимум. Но мы же играем на крутом, поэтому у нас... Да, и музыка сразу же лучше, и действия быстрее, все, блин. И размер экрана. Ну, дело тут не в размере экрана. На Денди размер экрана и так казался нормальным. Потому что на экране на пол... Да. У меня есть камушек, блядь. Отлично, поздравляю. Ой, я всех заморозил. Только на тех камушкам. У меня есть булыжник. А кто только у меня выстрелил? У меня шляпа слетела. Я советую тебе на стену все-таки прибавить голос, я вообще плохо слышно. Потому что здесь музыка громкая. У меня снова шляпа. Все, дело в шляпе. Я всегда думал, когда мелкий играл в эту игру, что это какие-то крутящиеся штуки, поршни типа какие-то так движутся, труба так крутится, а это оказывается зыбучие пески. Вот так вот. Вот так вот, вот так-то нормально, да. И всем тебе слышно. Ух ты, я его прямо так... Я крут. Это всегда крут. Да, я круть. Я круче всех. Посмотрю по нашему крутому нефриту. Блять, ебучие кактусы. Кто кактусы тут наставил? Блять, о. Они... О, у меня это уже... кактусы, они не простут. У меня уже вон пушка есть. О, конь! Красавца. Сука, прижевались кого. Куда булыжник-то делся? Я же его не толкал. Во. Нашим булыжник. Иди стоять! Булыжник укатился.
я не смогу поднять шляпу, там шляпа была. Кто кого? Блять, ебучая лошадь. Лошадь. Я лошади атакую. Я думала, она хорошая, конечно. Так, сойду-ка я себе гранату возьму. Упал. Песок, шок. Зыбучий, сука. Кто тут настроил? Зыбучих песков настроил. Наставил. Чего тебя тут настроил? Блять, я камень взял. Нахрена мне камень нет? Почему я лошадь не могу оседлать? Иди сюда. Есть! Я смог это сделать. Да, то что ты будешь делать? Да блять! Что тут всех так много? Так, вот тут вот так надо бежать. Блять. Все, сука. У него тоже граната, Да, тугу-тугу. Блять. Тугу-тугу, я сказал. Так, что такое? Тугу-тугу. Так, бля. Шляпа. Динамитную шашку я не буду брать, у меня вот тугу-тугу есть. Пигаль, тугу-тугу. Тугу-тугу или пигаль. Пигаль, блядь. Это что за... Это какая-то пушка. Блядь, кто-то в боулинг играет. Блядь, а чё? А чё я сразу... Сука, почему я это кегля? Блять, тут походу еще... Так, боулинг мы разрушили. Сейчас походу дело мужик будет злой. Чик боулинг мы поломали. Блять, ой, тут ножики, чики-чики, ножик. Мужик злой. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Все, он тоже лег. Спасибо вам, спасибо юноша. Вам, это юноша, это мужик как-то. Это дедушка говорит. Почему ты за дедушку читаешь? Дедушка, потому что это обращается. Ну, ладно. Ну или читай, ладно уж. Или вы дедушка, считали, или девушка. Делают нашу жизнь лучше. Теперь... Чего? Тебя вообще просто не слышно. Вы считали, что они делают нашу жизнь лучше. Теперь напомню, что они хотели только слышать твою. Боюсь, что мексиканская революция всего лишь одна большая ложь. Разве никто не верит в правду, честь и достоинство? А теперь видишь, девушка говорит, у нее рыжим пишет. Видишь? Мы верим. Я думаю, вы тот, кто может помочь нам в нашей беде. Недавно мы повстречали чужестранца, который нес с собой прекрасный артефакт. Похоже на голову какого-то животного. Когда мы спросили, откуда у него эта вещь, он ответил, что нашел ее в одной из пирамид. Сомнительно, но что он нашел там, Похоже на след когтя, значит, это он украл шакала. Это национальное достояние Египта, оно принадлежит музею, а не его алчным рукам. Ну вот, ребят, мы пошли искать. Блять, не люблю этот уровень в темноте, блин. Так, мы пойдем в секретик. Так вот, чики-чики. Ножик! Ай, блядь. Стой, пожалуйста. Поспешишь, людей не спешишь. Главное, чтоб у этого бум-бум не сделала граната его. То с потолка начнет все падать. А,
Сука, все, опять темно стало. Опять-таки этот букашка бегает. Это паучок, наверное. Я не знаю, кто это. Надо сейчас будет посмотреть, кто это. Вот летает, я уже знаю. Птичка там какая-то. Птичка, невеличка. О, пигаль. А, это мышка летучая, но она белая. Это альбинос мышка. Так, то стоит такое там бегает-то, блядь. Сука. Это что такое? Это что за слизень? Блять, опять слизни. В черном плаще слизни правили. Теперь тут, блядь. Я тоже, блядь, слизни, которые правят миром. Почему я такого-то слизня не могу раздавить? Ну, видимо, это не твое. Вся мышка вздохла. Что такое вообще, да? Блядь! Слава богу, не бесконечная жизнь. Да, опять мышка же вздохла. Так. Шляпа? А, толку шляпа, блядь. Нет, Соника. Блядь, все равно толку шляпа. Все равно толку шляпа. Смотри, я, кстати, у меня шляпа появляется, когда я... Это... О, видела? Да. Круто. А хватит уже так. Я глюк заметил. Ну что это такое? Тут выдышь. Тук дышь. Тук дум. Тук. Только чуть ее поговорим. Ага. Так. Тугудун, тугудугудун. Так, где там другая? А мы едем в далекие края. А, тыгдын. Это меня скинуло. А ты-то откуда там снизу летишь? Она мистическая мышка. Она летает. Шляпа. Куда сюда прилетела? Она мистическая. Че, прикольно, кстати. О, тут секрет есть, кстати. Во. Память мою еще не пробьешь. Хотя это сколько лет было назад, когда в эту игру играл? Я же был еще шпана совсем. Маленький. Тут что он наделал? Блин. Теперь как мне выбраться? Я и умереть-то не могу. Это беда, ребят. Я умереть не могу. Так, ну да. Вот хорошо, что я сохраняюсь. Вот так. Теперь надо не забывать сохраняться. А то... Такие беды могут произойти. Вообще. И с бесконечными-то жизнями. О! Шакал мой! Я первым его обнаружил, и теперь я полноправный обладатель сокровища. Он принадлежит музею, ты не смеешь забирать его себе. Забирать? Забрать, наверное? Забирать? Тогда мой юный друг, иди сюда и попытайся отнять его у меня. Батл. Ща, блядь. Не люблю этого босса тоже. Но он веселый. Сейчас, может, будет все падать. Так. Блин, я не хотел камушек брать. Неправильно ездишь, блять. Да стой ты! О, мы ему пиздов дали. Та-дам! Что ж, теперь я смогу вернуть шакала туда, где ему самое место. В музей. Какой-то странный тут. Так странно нарисовано. Ну да, ну что сделать? Это же... Какой год-то? 89-й или 90-й?
Короче, год, походу, дела Настиного рождения. 89. Это не моя война, Римми. Я не хочу умирать здесь. Виллистас добиваются власти, ничего более. Ну давай, ты это прочитаешь. Ты прав, я отправляюсь домой участвовать в мировой войне. Думаю, мы больше не нужны там. Так что будет случиться, если эта война будет нам проиграна. Ну так чего же мы ждем, Римми? Отплываем на следующем корабле. О, вперед! Ну и мы поплыли. На корабле. Ну, что не читаешь? Тебя просто не слышно. У тебя микрофон работает? Пожалуйста, против армии Германии и Пруссии. О, как заорала-то. Вы проявили незаурядные способности. У меня для вас имеется особое указание. Кстати, если у вас бумаги на фронт немецкий. Тебе плохо видно? Бывает. Тут вообще крупными буквами написано. Я понимаю, если еще в формате Дэнди сделаю. Я отвечу. Я ничего не отвечу, я просто. Глазки построю. Кому? Почтальону? О, как у тебя шумит. Фонит-то у тебя. Ну ладно. О! Немцы! Сука, вали немцев сейчас, сука, садомаза вам устрою. Вы же там я-я любите, да? Ну, у меня маски есть. Какая ты громкая стала? А, блядь! Тут... Там придурок бегает. Там самолеты летают. Мне знаешь, что кажется? Что у тебя микрофон отходит этот... Шнур. Потому что у тебя заикание происходит как бы. Ты говоришь, что часть есть, часть откусана. Я не знаю, у меня все вроде прокручено нормально. О, там гранаты. Там граната, там граната. Граната круче, чем камушек. Да. О, бля. Ты что такое? Это танк. Так, это что такое? Нахрен тут стреляет. Блять. Я байкер нахер. Бля. Больше на вас не похож. Блин, я сохраниться хотел. Почему я сохранился на... Когда он, сука, разламывает его. Я не смог долго побыть байкером. Блядь. Это еще что за нахер? Я думал, он стрелять будет. А это что такое белое торчит? Типа мина, да? Проверим. Походу дела, да. А там чувака глючит. Блять, там кетка это. Там кетка, или что это, блядь? Бронемашинка. Кто? Это танк, бронемашинка. Так. Епс. Епс. Там чуть не ёбнулся еще. А это что такое играешь? Это болото типа, да? Бля, да что так по мне шмаляет, а? Так, откуда она такая точная? Вот документы, сэр. Ребят, скажу честно, ее вообще, да, сейчас не слышно. Она просто говорит и... Тебя про... У тебя просто...
Ты говори микрофон. Микрофон у тебя где? Ну, вот скажи что-нибудь. Все, тебя просто не слышно. Нету тебя. Ребят, скрытие народ развивает, но ее... Ну, звука нет. Короче, Настина у нас превратилась в рыбку. Я же говорю, у тебя штекер отходит, видать. Штекер. Вот теперь, видишь, появился голос. Я тебе говорю, у тебя штекер отходит. Может, слышно, то ты есть, то ты нет. То ты есть, то ты нет. Короче, ребята все прочитали уже. Я хотел бы помочь, сэр. Вот ты просто вот сейчас говоришь, тебя просто нету, нету, нету тебя. Ты вот сама, когда будешь видео смотреть, будешь ржать над собой. Где тебя слышно, где тебя не слышно. Ку-ку! Ку-ку, рыбка моя! Короче, ребята, все сейчас прочитаю, пускай она истину настраивает. Затем доложили ситуацию, что у нас менее 12 часов, чтобы приступить к нападению. Вы все поняли, капрал? Во! Видишь, вот сейчас есть ты. Так точно, сэр. Вот ты сейчас есть, и куда там пропадаешь ты? Вначале... Где-то ты есть, есть, нет, есть, есть, нет, потом просто тупо нет. Я не знаю, что это. Сука! Надо сейвиться. Да, иногда хотя бы. Так, вот я не убил. Я не то нажал. Так, ты же убил его. Я на контрол нажал, чтобы присесть. Ну, у меня же привычка от контроля от всего, что приседать, контрол. Они вниз, они кнопка вниз, там, S, как у меня она сделана. Ну, вот там, тугуду. Бей фрицев! О, я диктофозник. О, бля. Эй, пистолет я не буду брать. Пар. Это пар? Да, ну как, знаешь, как бывает. Гейзер это тут, ну, понятно. Блять, опять тут шмаляет. Самолеты летят. Это что за... Мне это напомнило вначале каску у этого. У байкеров. А мне напоминает, что каску... Я в нее попасть не могу. Да. Эту я зато уделал. Сука, зачем я ножик? Я променял жизнь на ножик. Нет, не буду я там брать ничего. Мне с этим хорошо, с винтовкой. Блять, ключи. Ох ты же, блядь. А чё его-то не шпарит? Ты чё, блядь? Ты кто такой? Вот играем на бейзе. Это Нес. Ну, не суть, что просрам бьёт только нас. Ай, пофиг. О, блядь, винтовка, винтовкой. Ну да. Ну, кстати, прикольно, что вот здесь можно возвращаться еще назад. А то не во всех играх Дэнди можно было возвращаться назад. И в многих играх Дэнди мудаки респамились. Отойдешь, и они заново появляются. Ой, блядь. Весело. Что ж там такое интересное лежит? Что, блядь, таким путем? Сук. Таким путем. Надо сейвиться. Не все сразу. Маска. Блядь, и слитки золота. Ну и зашибись. Ты, блядь, ты, блядь. А что, мне маски не бьет, что ли, этот? Я в маске могу пройти. Понятно, тебе для чего маска нужна? Это газы какие-то, видать. Я говорю, это газы. О, мне желтуху дали.
Иди нахер там. Я танк накумарил. Сайберта готова отразить любую атаку Атланты. Антанты. Гергенера. Генерал. Чермаё, блин. Хорошо, с дальнобойностью Большой Берты мы уничтожим войска Антанты уже на ранних подступах. Так точно, генерал. Антанты подозревают о возможности этого оружия. Будем надеяться. Блять, я потратил целый день, чтобы добраться сюда. Я не успею вовремя вернуться и предупредить главнокомандующего. Единственная возможность предотвратить беду, это самостоятельно вывести из строя их пушки. Хорошо, опять был виноват. Не люблю этот уровень. Вообще ненавижу. Я пушку наказал. Я ее плеткой отхерачил, ничего у него плетка-то какая. Сука. Вот как хорошо, что я сейвлюсь. Да. Я помню, на Дэнди уж сколько раз я падал. Да, и на Дэнди они были менее шустрые. Здесь же, как мы видим, это же Несс. Здесь все более четче, красивее и быстрее, сука. Ничего, он еще и гранаты кидает, смотри. Туда он еще и гранату. Сука. Ух. Ух. Ух, бля. Хоть вниз. Падаешь. Только ниже. Че, можно туда пойти еще, да? А че там? Блять, у меня еще оружия нет нормального. Там пушка. Че, мы пушку попробуем одолеть-то. Я ее наказать. Ты отшлепал я. Да. Хочешь, я тебя так же отшлепаю? Да. Таким вот хлыстом, которым я пушки ломаю? Нет. Думаю, он тебя разрежет. Кстати, интересно, почему тут лесенка есть, и там есть лесенка. Сука. Да ты! Гаденыш. Хершницель. Ни хрена себе, у него там УЗИха, что ли? Хершницель! Блять, дайте оружие, это хоть какое-нибудь. Хватит мне уже видеть. А если меня встукнули бы, у меня хлыста бы уже не было. Я бы бегал с кулаками. Представляешь, с кулаком, с двух ударов кулака вынести пушку. Какой у него кулак должен быть? А там какие-то сундуки были бы. Ну-ка, да, я засейвлюсь. Не посмотрю, что в сундуке. Ну, всего лишь маска. Не, я не хочу столько снова обходить. Лети отсюда. Улетел. Ну, обещал вернуться. Не возвращайся. Иди нахер тебе место в аду, блядь. Блядь, ты когда уже это закончится? Ползание. Не люблю я... Бля, вообще веселая местность. Так, если я здесь пойду... Тут, блядь, будет что-то... А тут что? А, Кэтбери! Что это такое? Кэтбери! Это типа бесконечной жизни более времени. А? Кэтбери, Кэтбери! Ну, мне это в детстве так вышлось. Кэтбери — это название фирмы, которая изготавливала шоколадки и изготавливает. Да. Туда нам, походило, не проникнуть. Падать он умеет, но летать вот точно нет. Ну, вот же пока нет,
Индиана Джонс с Дюк Нюкем, блин. Вот, блядь. Нихера тут пули летают-то. А пули летят. Нихрена у него, ты видел, как у него сейчас пули летают? С какой скоростью. Блять, мне дадут оружие вообще. А я понял, что вот здесь можно упасть и получить. Что вот в этих ящиках. Сука, тут тоже противогаз. Пошли к херам нахер. К херам нахер. На жест, как сказал. Тугдун. Тугдун-гдун. А пули летят. Ва! Тут нам теперь орудие Большой Берты, вот оно. Громадина. О, блядь, это Большой Берты добрался. Вот это громадина. Да, может, полчаса играем. Ну да ладно. Мы же говорили, что мы сегодня вечер разрушительства, и мы должны пройти... О! Наконец-то мне дали гранату. Я уже думал, на Большую Берту я тоже с плеткой пойду. А что, было бы забавно, наверное, с плеткой на Большую Берту? На такую танк. Так, надо сейвиться. А если мы отсюда попытаемся ее? Никогда не делал так. Да, ребят, я хоть что-то попробую. Давай. На истину вот читай. Я всем присваиваю вам звание капитана. Благодарю вас, сэр. Поскольку вы доказали свое мастерство на линии фронта, у нас есть для вас особое задание. Ответка от Анты доложила вам на стенку по заданию нового вида отравляющего газа. Ты прочитал? Да. Что-то тебя вообще почти не слышно было опять. Отправляйте в Германию инструкцию Верховное командование и обнаружите лабораторию. Ты что читать-то не можешь? Газ так круто. Газ привлекается. Посмотрите комнату, что нужно оборудование для выработки газа. Всех идите отсюда. Удачи вам. Германия. Мы на поезде. Чух-чух-чух-чух-чух. Опять я только с плеткой. Да, я с плеткой неплохо справляюсь. О, у меня пыгаль есть. Я какой-то бешеный. Ну и тусуйся там один. Так удобно. Не под колеса кидаются. Зачем нам эти штуки золота нужны? Они за 100 штук нам жизнь дают. Ага. Что забыла? На Денде же всегда так было. За что-то должны давать жизни. Значит, что-то нужно собирать. А всегда в пределах стаи за это дают жизнь. Ну ладно. Оба-на. Ты кто такой? Ой, нихера себе. Слышь, ты кто такой? Давай, до свидания. Да ты... Слушай, какой шустрый, а? Все, в гробик. До свидания. О! Знаем, самолет летит. Все, мы улетели. Добро пожаловать на борт, солдат. Вы уже взяли эти немецкие рожи. И решили, что если я открою лестницу без приглашения, то ты особо огорчаться не станешь. Конечно же нет. И не стесняйтесь высадить меня в любой момент. Кстати, а кто вы? Кто ты такой? Капитан Бишоп! Бишоп!
билеты. У меня здесь есть Бишоп. Капитан Генри Джонс, зови меня Инди. Я на задании должен не проникнуть в ставку немецкого верховного командования. Не мог бы ты высадить меня поблизости? Они летят прямо за нас. А самолет-то сбивают. У него не бесконечной жизни. Да они сейчас меня грохнут. Уже. Почему я как на Дэнди не могу сделать вверх старт? Видимо, не так. Не, ну это пипец. Нет, ну надо же пройти как-то. Надо. Так, надо начать. Да. Хорошо. Я не выбираю. А вот этот вообще супостат. Так меня сразу же захерачил. Рассадник, блин. Не, вчера попали. Вообще. Да не заколебали меня всякую хренью кидать. Вот там какая-то бомбочка была. Сейчас мой петух появится тут сзади, во. Фух. Пока все хорошо. Блять, нехорошо. Петух снизу. Так, блять. Я понял, что это дирижабль. Да, блять. Еще и пушки эти гребаные. А, двое осталось. Меня сбили. Да. А, тут вообще нереально. Все, меня эту штуку сбили. Мне надо еще два самолета. Блять. И я падаю сам. Блять, один самолет. Да почему он в меня врезался? Тебя. Теперь еще один. Ну все, ведь ноль. Блять, ты еще что за нахер? Что за фрукт? Кажется, это мой самый удачный день, Инди. Видишь этот красный вражеский триплан? Триплан. Это барон фон Рихтовен, господи. Красный барон. А там тут одно, а ты ходишь за ним. Сегодня барон выйдет из игры.
Блять, и как же тебя бить? Я его бить-то не понимаю, как он летает, как не знаю кто. Сука, я его уделал. Сука, да. Не думаю, что немцы используются слишком далеко от фронта. Итак, как верховного командования поздно, в 5 милях к северу. Тебе лучше поторопиться, пока я найти. Значит, не нашли нас. Спасибо за веселый полет, Билли. Я этого не забуду. Я тоже, Энди. Удачи. Интересно. Опять в темноте. Там фонарик вон есть, да? Да. Это что это, блядь, у него там? Что это там труба? Не вези, да? Ты шо? Я-то попутка, да? Ну, он с одного выстрела не дохнет. Двух. Крутой. Это прототип Немезиды. Ага. Он еще один. Да, да, тут база. Короче, эти. Собака. О, я ее убрал. Исчезни, а собака. Это мама хорошая. Это вовсе вот они хорошие. Они такие злые, оказывается. Обломалась. А что, свет что-то не тухнет? Знаешь, как странно. О, начал тухнуть. Лучше бы молчал. Тугу-тугу. Да будет ветер. Андрюха думал. Инди и включил фонарик. О, бля. Думаю, Андрюха оценит эту игруху. Он проходит сейчас как раз, ребят, Uncharted, по-моему, так называется игра. Да. Если меня не подводит память. Там как раз тоже надо все двигаться, все быстро, все шустро. Вот он, думаю, поймет эту игру. Да и тем более. Он из того же поколения. Кстати, ребята, заходите на его канал, подкладывайте видео, ставьте лайки, ставьте, подписывайтесь на канал, комментарии оставляйте. Вот он видео, там чувак вообще бегает. Да. Он жбан вперед выставляет и бежит. Вон. Нет, это не этот. Он другой безбашенный берет так голову вперед и джух как чешет. А там что было? Он в маске смешнее выглядит. Заметьте, да, на играх вот Дэнди, Неста, даже вот маски и костюмы, все вот это у него меняется. Это пипец ведь. Для тех времен этот прогресс. О, опять это Немезида. О, а Немезида с гранат-то с одного удара. Странно. Этого Немезида так просто не легко. Теперь я понимаю, куда нам. Теперь нам сюда. Так. Вот как можно быстро еще по лесенкам подниматься. Да.
Да да ладно. О. Ну все, я в танке. Медленно, зато как уверенно. Да. Танк еще в разные стороны умеет стрелять. А, догонит, догонит, догонит пуля. Нет, не догонит. Нет, тут эта штука не сбить мне. Вот отсюда можно. Нет, тоже нельзя. Придется из танка выйти. Надо туда. Эй, танк. Танк исчез. Танк исчез. Блядь, ну... Ты-то кто такой на танке? Что за нахер? Какой зеленый большой танк? Вот на него такой. Та-дам! Это была оружейная фабрика. Теперь надо отыскать газовую лабораторию. Эпичная музыка, все, значит, последний уровень. Пошли. Ты сама знаешь, в уровнях на Денди всегда, если музыка как-то так более брутальная, такая эпичная становится, все понятно, что это уже ближе что-то к финалу. О, кислота, видишь, так, ну это лаборатория. Уже понятно. Где же вот такая пушка была раньше? Ну, вот так. Так я тебя уделаю с такой пушкой-то. А то у немцев была, а у меня-то нет. Сейчас музыка пятого. Тук-тук-тук-тук. Только тук-тук-тук. Тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук. Тук-тук-тук. Я в душу ему стучусь. Не поверишь, я сегодня с компотиком прохожу. Значит, нет, нет, вот ты говорите. Видать, нет. Ребят, кстати, мы должны сегодня были Silent Hill проходить. Но... Да, ребят, нет, тут нашел, понимаете. Hill, и решили вот, собственно, пройти одну старую игру. Да, что-то это... Тут нет, просто ее так хотел и нашел. С бесконечными жизнями, да еще и русскую. И мне обещал. Да, и вот. На стену хотела увидеть, что это такое за старая игра Денди, которая мне нравилась тоже. Да, ребят, кстати, я вот хочу попробовать стать свой канал. Я тоже тут похожу на них. Ага. О, походу дело, это поджигатель. Его нельзя убивать, наверное. Сука. А теперь можно, наверное. Я же говорю, поджигатель какой-то. Вот так что, когда появится канал мой, мы обязательно сообщим. Бутылки нехорошие. Чего? Они взрываются. А? Опять танк ездит. Оставим его в живых. Ладно, оставим. Как он живет? Он же не нападает.
Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Та-дам! О, он еще не с одного выстрела ломается. Даже не с двух. Да блин. Я нашел лабораторию, теперь нужно остановить взрывчатку. У меня есть 2 минуты, чтобы убраться отсюда. Что, за время еще что ли? Ой, это место... Этого босса я помню. Нехороший босс. Это какая пушка сейчас? Каля-малярка будет. Не каля-малярка, а стрелялка. Тут же можно пролезть точно. Ай, блядь. Секретик. Какой хитрый жук. Все, пошли на махач. Сейчас еще надарахнет. На посредине цепи она стреляет. Сейчас мы здесь. Блять, на посредине вот здесь. Да блять, ты когда закончишь стрелять? Слышишь? Дух. Что там стратегию стрельбы меняет? Угу. Блять. Стрелочки. Звездочки, блин, гребаные. А ты меня позвал. Сейчас мы его уделаем. Эту штуку непонятную. Я понял главную стратегию, где как стоять. Когда он стреляет. Блин. Да блин. Вот и все. It's over. Ух ты, я успел. Теперь немцам нечего делать без их верховного командования. Разве что им подходит руководство свыше. Эта взрывчатка отлично сработала. Газовая лаборатория полностью уничтожена. С уничтожением верховного командования военные успехи Германии были замедлены. Может быть, это спасло от гибели множества людей. К сожалению, мировая война разгорелась уже на следующий год и унесла миллионы жизней. Но я выстоял в ней, и я рад быть сегодня здесь. На этом я закончу мою историю. Спасибо, что составили такую приятную компанию старику и послушали. Несколько историй из моей жизни. Конец. Ну и все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрай 1987. С вами был Нев. И вы Снел. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии. И нажимать на колокольчик, чтобы смотреть новые видео. Ну и всем пока-пока. Чао. Let's rock.